Чемпионы мира по шашкам за одной доской с осужденными. В исправительной колонии номер 8 состоялся сеанс одновременной игры в шашки. 12 арестантов в течение дня доказывали, что играют не хуже известных гроссмейстеров. Задумчивый взгляд и расклад вариантов хода. В колонии в шашки мужчины друг с другом играют каждый день, а вот с чемпионами мира впервые. Главное – показать достойную игру, говорят участники турнира. В К8 осужденные в основном с высшим образованием или получают на месте экономическую или юридическую профессию. Некоторые из них – мастера спорта в различных направлениях. Шашки позволяют разнообразить время проведения. Здесь также хорошая умственная нагрузка, позволяет совершенствоваться, развиваться. То есть очень хорошее времяпрепровождение. Многие предпочитают проводить свободное время за книгой. За 3 года нахождения в К8 я 2,5 года работаю в библиотеке. Вот, за эти 2,5 года я прочитал более 200 книг. Последний раз остановился на трилогии Василия Яна «Чингисхан». Вот, очень хорошая книжка историческая. Считаю, что каждый человек должен ее прочитать, русский, потому что это история России. Красивую логическую игру показали чемпионы мира Айнур Шайбаков и Айгуль Идрисова. Турнир длился около часа. В сложных моментах гроссмейстеры помогали участникам и подсказывали. Шашисты старались, однако выиграть чемпионов мира им не удалось. Для меня это возможность помочь людям в изучении столь мудрой игры, как шашки. И в то же время показать им новые возможности, как это лучше сделать. Они вот со мной поделились. Чем они здесь занимаются, имеется в виду, как они пытаются играть друг с другом, какие у них свои тактики. Для меня это больше вот такой познавательный. В К8 ежегодно приезжают различные спортсмены, проводятся соревнования по гиревому спорту, армрестлингу. Такие встречи помогают осужденным не терять коммуникативные навыки и быть более адаптированными к жизни в обществе, считают сотрудники колонии. Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.